Ну, так скажу, хорошая игра, боевая. Так скажем, мы играли против возрастной команды достаточно, ну, так скажем, старше нас. Ребята были, ну, настроены хорошо. Были ошибки, которые, в принципе, нас и подвели. И, там, ненужные два гола пропустили. Первая игра такая, может быть, более официальная, поэтому я чувствовал поначалу мандраж, но потом вроде вошли в игру, стали немножко посмелей, моменты хорошие появились, моменты хорошие, но опять не смогли реализовать то, что создали. Вот. Ну, было приятно сегодня некоторые моменты, которые индивидуальные проходы и комбинации, было приятно, что и молодежь наша не стушевалась, достаточно уверенно играла. Ну, будем делать выводы, конечно. Игра хорошая, есть над чем поработать. Спасибо.